Монте-Сан-Джорджо. Гора ящериц. Все изменилось. Прошло 200-300 миллионов лет. Здесь, на границе Швейцарии и Италии. Сколько это? 200-300 миллионов лет. Как тогда выглядел мир? До возникновения Альп здесь было море с лагунами, рифами и глубокими впадинами. Гора Монте-Сан-Джорджо высотой 1096 метров состоит из различных горных пород. Они хранят в себе множество окаменелых живых организмов. Животные и растения, которые обитали в море, свидетельствуют о жизни в то время. Камень всегда символизирует неподвижность и твердость, покой и время. В древних мифах говорилось о том, что камни – это прародители людей. Первые свидетельства об использовании горных пород Монте-Сан-Джорджо датируются 16-м столетием. Но, возможно, полезные ископаемые здесь добывали уже давно. Мрамор. Этот красноватый сорт всегда считался роскошным строительным материалом для отделки полов, лестниц, колонн, балюстрад, алтарей. Это камень, из которого делали и скульптуры. Известняк горы Монте-Сан-Джорджо образовался из наслоения наносных пород на дне моря. Слои возникли вследствие движения в море, течения и изменения глубины. Стены ущелья высотой более 20 метров. Это известковый осадок, образовавшийся более 200 тысяч лет назад. Один метр наслоений образовывался 10 тысяч лет. Десять сантиметров – 1000 лет. А тонкий слой в 1 сантиметр – 100 лет.
Большая часть ископаемых останков Монте-Сан-Джорджо – это морские ящеры середины Триасового периода, которые жили здесь примерно 230-245 миллионов лет назад. Утонувшие животные падали на дно, и их покрывало илом. Эта серосодержащая масса консервировала их, поэтому скелеты так хорошо сохранились. Иначе трупы были бы съедены морскими животными, питающимися падалью. Окаменелости, обнаруженные на Монте-Сан-Джорджо, отличаются большим разнообразием. Рептилии, рыбы, раковины, аммониты, морские ежи, ракообразные, растения. В 1919 году цюрихский зоолог Бернхард Пайер начал интересоваться ископаемыми останками на Монте-Сан-Джорджо. Под его руководством университет Цюриха систематически проводил раскопки. Благодаря находкам Бернхарда Пайера была основана знаменитая коллекция университета Цюриха. Гора Монте-Сан-Джорджо стала называться «Горой ящериц». Известно, что эта гора хранит в себе тайны нашей истории. Умиротворяющая красота этой горы на протяжении столетий считалась местом уединения. Для отшельников она была местом для размышлений и молитв. Для 15 общин Тичино и Ломбардии месторождение ископаемых, пейзажи и природа – каменные карьеры и музеи – это мировое наследие, которое принадлежит не только Швейцарии и Италии. Монте-Сан-Джорджо – это заповедник, растянувшийся на 25 квадратных километров. Проводить раскопки могут только ученые, а находки принадлежат государству. Гора Монте-Сан-Джорджо известна во всем мире как местонахождение лучших ископаемых останков. Исследователь Хайнц Фурер из университета Цюриха тесно сотрудничает с Миланским университетом и Музеем естественной истории в Лугано. Еще в 18 столетии полагали, что окаменелости – это ископаемые останки животных, погибших во время Всемирного потопа. В те времена искали людей, погибших во время Всемирного потопа, о которых говорилось в Ветхом Завете.
сегодняшние находки окаменелости возрастом более 200 миллионов лет раскрывают многие загадки. Последнее исследование восполняет пробелы в истории развития жизни на Земле. Лишь несколько лет назад были найдены насекомые размером всего несколько сантиметров или даже миллиметров. Это важные находки для исследователей. Хайнц Фурер говорит: «Цель новых раскопок – не обнаружение сенсационных скелетов, а детальное исследование слоев горных пород для составления полной картины ландшафта и его обитателей того времени». Какие отношения были между живыми существами? Как они сосуществовали с окружающей средой? Как выглядела среда? Какой существовал симбиоз? Каковы были источники пищи? Это вопросы, восходящие к истории зарождения жизни на Земле. Перед нами снова стоит давний вопрос сотворения мира. Может быть, у горы есть на него ответ? Какие представления нам пришлось бы поменять, если бы мы все знали? Где находимся мы, люди? Путь развития человека начинается лишь 2,5 миллиона лет назад. Наше представление о времени имеет начало и конец. Эти окаменелые свидетельства истории Земли, доказательства вечности или бренности жизни, приметы постоянства или тленности бытия. Режиссер Вернер Цайндлер. Оператор Буркард Крайзель. Фильм озвучен фирмой СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».